конечно, они живут. Туда-да, знаешь, как их зовут. Туда-да, много приключений разных вместе они найдут. Да! Ждут нас чудеса. Туда-да, скоро увидишь сам. Туда-да, прыгай в наш фургон волшебный, мчимся к облакам. Да! Это Дуда, это Дада и проказник Скотт. Умный Кейбер, болтушка Бабл. Дада и ее друзья готовятся к конкурсу поваров. Конкурс поваров — это так весело! Очевидно, что в конкурсе выиграю я, великолепный Скотт. Не думаю. Ладно, давайте встретимся здесь, как соберем все ингредиенты. Дада и Бабл, а что вы будете готовить? Мы сделаем овощи на гриле и овощной суп. А мы приготовим блюда из гребешков. А мы со Скоттом сделаем фруктовую пиццу. О, я на это не соглашался. Мы будем готовить бамбуковый рис. О, нет, Скотт, мы сделаем фруктовую пиццу. Ладно, ребята, мы пошли. До встречи. Пока, ребята. Бамбуковый рис. Фруктовая пицца. Будем готовить бамбуковый рис. Зеленый, красный, зеленый, оранжевый. Ой, нет ничего желтого. А, знаю, добавлю картошку. Да-да. Да? А мы будем добавлять в наше блюдо перец или клубнику? Давай положим и то, и другое. Интересно, что получится. Чока-чока-чока-чока-чока! Ого! Дуда, бамбуковые чашки обязательно должен делать Чуку? Ага, ведь лучше Чуку, их нам никто не сделает. От мысли о помощи Скотта у меня мурашки по коже. Эх, но я сделаю что угодно для конкурса поваров. Хорошо, я сделаю лучшую чашку в мире. Ого! Это же просто бамбуковая чашка. Что это такое? Это приправа? Горько! Она может пригодиться позже. Никуда не годится. Не пойдет. Дуда, нам пора. Это не подойдет. Представляем вашему вниманию участников сегодняшнего конкурса. Повара на сцену. Судить конкурс будут три Тоа, мистер Буба и чудесная Ани. Шефы, приготовьтесь. Конкурс поворот начинается. Нужно следить, чтобы не сгорело. Ты решила добавить соль? Ой, как вкусно. Да-да, кажется, наши овощи горят. О, да. А, точно, нужно добавить соль. Сыпем, сыпем, сыпем. Исправить, добавлю еще воды. Сложно готовить с Бабл из-за того, что она все забывает.
начинаем готовить. Подожди, нужно делать все строго по рецепту. Добавим 300 миллилитров воды. Так. В готовке главное следовать интуиции. Вебер, нельзя их просто так положить на гриль, они сгорят. Если будем делать все по рецепту, то получится лучше. У нас есть книга с точным рецептом. Почему он не может так сделать? Просто не понимаю. Нельзя готовить интуитивно. Это наука. Как скажешь. А теперь начинаем готовить. Держи, Скотт. Это все, что у нас есть, Дуда? Да, мы ведь были только в бамбуковом лесу. Нужны какие-то продукты. Возьмем это, и это, это, это. Эй, смотрите, что там. Начнем готовить бамбуковый рис. Скотт, а где рис? Рис? Мы делаем бамбуковый рис, но у нас нет риса. Ничего страшного, бамбук на вкус тоже ничего. Я придумал, как быть с рисом. Доставка для Скотта. О, кажется, Скотту пришла посылка. А, это мешок с рисом. Вот это быстрая доставка. Как всегда, у Скотта всегда что-нибудь ломается. Почему это всегда со мной происходит? Держи, мой шедевр. Ты самый лучший чувак. Они еще не начали готовить. Ого, выглядит очень аппетитно. Да-да, кажется, твой суп начал пригорать. Правда? Да. Немного посыплю. Ну, проверила, все в порядке. В любом случае, спасибо. Конечно. Пришло время судьям попробовать все блюда. Сначала команда Кейбера. Мы с Вебером сделали торт с гребешками. Мы назвали его «Абсолютное счастье», потому что даже от одного кусочка вы начнете улыбаться. Понравилось или нет? Ничего не понятно. Ридо улыбается. Думаю, это значит, что приготовлено вкусно. Да! Теперь команда Скотта. Мы со Скоттом сделали чудесный бамбуковый рис. Моя мама раньше для меня готовила такой рис. Просто пальчики оближешь, правда? Слезы радости у судьи Трито! Пришло время команды Дады! Фу, слишком много соли. Это абсолютно неприемлемо. Ну, у них все еще есть овощи на гриле. О, какое наслаждение! Ой, слов нет, просто браво! Это вкусно! Что? Браво? Ну я же положил туда горькую! Теперь судьи готовы объявить результаты. В конкурсе поваров побеждает... Скажи, Скотт, Скотт, Скотт! Команда Дады и Бабл! Ура! Получилось! Мы выиграли! Что? Поверить не могу!
вы взяли обычные овощи и превратили их в произведение искусства, добавив чудесную приправу. На вкус вышло, как пушистая розовая ласточка. Приправу? Но мы не добавляли. Хочу попробовать. Они победили из-за приправы, которую я нашел. А теперь давайте все пообедаем. Ребята, попробуйте приготовить что-нибудь вместе с родителями. Это очень весело. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». Вот над землей летит волшебный фургон.